На отчетной сессии Совета Кировского сельского поселения открытие прекрасного современного парка в хуторе Беликов было представлено как хороший пример успешного участия в национальном проекте «Жилье и городская среда». Парк уже успел стать любимым местом отдыха жителей. Даже сейчас в межсезонье парк в хуторе Беликов не пустует. Современная общественная территория возле сельского клуба востребована у селян. Очень популярна детская площадка с резиновым покрытием, спортплощадка и тренажеры. Радуют глаз красивые дорожки, на удобных лавочках хорошо отдохнуть и пообщаться. В хуторе Беликов жители неравнодушны к благоустройству. Они обращались к представителям районной власти с тем, чтобы благоустроить хуторской парк. И вот их мечта осуществилась. Ее удалось воплотить в реальность благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Наши жители и мы все очень рады, что оно начато было в феврале 23-го и закончили к ноябрю. Сейчас ведется работа по благоустройству, оснащению лавочками, где не хватило, значит, цветники. Планируем к весне высадить, чтобы было более красиво, более изящно. Ну и, конечно, делать все возможное, чтобы люди получали отдых, находясь здесь. Детвора души не чает в новом парке. Особенно они любят спортивную и детскую игровую площадки. Мы сюда приезжаем играть. Мы всегда здесь гуляем в догонялке. Прятки, футбол. Площадка очень хорошая, современная. Мы очень любим здесь гулять. Активные жители хутора Беликов не намерены останавливаться на достигнутом. Благоустройство любимого парка будет продолжено. Особое внимание будет уделяться озеленению. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».